Только не то, что никакая. По делу сразу можно. Но только то, что вы говорили в допросе, это не надо. Яна Александровна, скажите, пожалуйста, для вас это было полной неожиданностью, вот задержание сразу после того, как вас освободили из СИЗО? Нет, для меня это было, к сожалению, к огромному ожидаемому Сергею Владимировичу Гороховому. По одной простой причине мы понимали, что следствие, ровно как и год назад, сидя вот стоя здесь на избрании мер пресечения, следствие не может доказать нашу вину, равно как и мы заявляли и подтверждаем о своей невиновности. За этот год нам предъявили 4 обвинения, то есть они, причем, что до сих пор нет обвинения в окончательном виде, дело не закрыто, не передано прокурору и уж тем более не направлено в суд. Вспомните, что следователь вам здесь в июне обещал, что в ближайший месяц он дело направит. Допущены многочисленные процессуальные нарушения уголовно-процессуального закона, материального права. Соответственно, при реализации статьи 217, это ознакомление с делом, порядка 70 томов, защитники подготовили и подали мотивированные ходатайства, после чего следствие было возобновлено. И понимая, что по статье 238 предельный срок содержания под стражей 1 год, следствие пошло вот на такой, я бы сказал, беспрецедентный шаг, отменив действие уголовного процессуального закона на территории Тверской области. И повторно арестовав по выделенному уголовному делу из основного дела. При том, что надо понимать, и я думаю, вы сегодня все услышите, защита максимально обоснована, доложит в суде свою позицию, что дело, по которому нас сегодня собирается задерживать, уже было ранее рассмотрено. Ну, по крайней мере, следствие будет ходатайствовать об этом. Соответственно, мы понимали, что они какой-то правовой креатив проявят, но, к сожалению, вне правовой плоскости, это все, что могу сказать. А о каком именно деле идет речь, вы говорите, раньше уже рассматривалось? Это дело, которое было возбуждено 18 сентября 2015 года с ЧП РУПД МВД России и было закрыто 15 мая 2017 года в связи с отсутствием состава преступления. А что за дело? По факту хищения, обвинения нас в хищении газа у «Газпрома» на сумму не менее 1 миллиарда рублей, следствием было установлено, что этого не было. И действия и руководства, и сотрудников Тверской генерации не представляют собой уголовно наказуемого деяния. Скажите, ну вот еще осенью вы почувствовали себя в СИЗО плохо. После задержания, насколько я знаю, в Следственный комитет даже скорую вызывали. Вызывали. Что с вами произошло, как вы себя сейчас чувствуете? Сейчас я чувствую себя удовлетворительно, потому что все-таки в изоляторе временного содержания, как в режимном учреждение, налажено медицинское сопровождение обвиняемых и подозреваемых, так же как и в следственном изоляторе, на это грех жаловаться. Но, к сожалению, в самом Следственном комитете мы столкнулись с хамским совершенно отношением отдельных сотрудников, я бы не хотел об этом говорить. Вот. Я думаю, что процессуальную оценку это все получит в рамках служебных проверок. Справедливое и законнейшее решение суда, блестящая речь защитника. Я благодарен своему защитнику Розенбергу. Свою работу он выполнил 5, но нам предстоит сложнейшая дальнейшая работа по дальнейшему доказыванию нашей Сергея Владимировича Горохова невиновности. Геннадий Александрович, какие там вещи-то? Что у вас с собой было, скажем так? Все, чего у обычного арестанта. Ну а что именно? Трусы, носки, майки. Вы не представляете, просто не видеть просто любимого родного человека целый год. Просто это невыносимая мука испытаний. Сейчас просто облегчение. Вы не представляете, бесконечное счастье. Соскучились, да, конечно? Нет, конечно, и дома и сына ждет 15 лет, и девочка ждет 5 лет. Конечно, сейчас все безумно будут рады. Вы уже им написали, что освободили папу, да? Да, освободили. Они уже ответили вам? Да, как
муж разговаривает, да, то есть все уже сразу знаете, да, все безумно. А сейчас с детьми общается по телефону? Да.